Я купил бабочек за 100 рублей. Сегодня на выставке я купил две куколки, и они крипово шевелились. Выглядела куколка очень странно, на ней даже было видно какое-то лицо. Обещали, что они вылупятся через неделю, но одна бабочка вечером уже покинула куколку, а я об этом не знал. Соответственно, террариум не увлажнял, и она вылупилась вот такая кривая. Теперь пойду жаловаться продавцу.